Художники из Костромы, Иваново, Палиха и Ярославля заглянули в царство Мельпомены. В честь 80-летия музыкального театра в его холле открылась выставка под названием «Сквозь занавес». Живописцы оказались за кулисами театра, смогли увидеть репетиционный процесс и запечатлеть это в своих произведениях, которые и представили в этой юбилейной экспозиции. Это подарок нашему театру, и нам очень приятно, что прибегают во время пауз. Танцоры, артисты смотрят, узнают друг друга и приглашают посмотреть на работы. Подготовка к выставке началась в ноябре прошлого года. Во время экскурсий по театральным закоулкам художники сделали наброски с натуры, которые после доработали в своих мастерских. Творцам удалось проникнуть в самые тайные уголки театральной жизни. Мы были на репетиции балета, и у меня вот там представлен триптих, три картины как раз. Центральная часть, она написана в репетиционном зале, который вообще, я думаю, в городе никто не видел. То есть это тайна тайн театра. Чтобы как можно лучше передать атмосферу театрального действия, в экспозиции выставки задействовали и реквизит театра. У зрителей была возможность увидеть и даже потрогать костюмы со спектаклей, которые вместе с картинами образовали изящную композицию. Дополнительным подарком для театралов было выступление оркестра. Звуки классической музыки оказались той самой изюминкой, которая сделала выставку еще более уникальной. Я вообще считаю, сейчас актуальна, конечно, очень актуальна тема искусства, в том числе и театр, потому что, в общем-то, как бы надо нам поднимать и культуру, и искусство на должный уровень. Ну что, собственно, мы и стараемся делать. Однако выставка – это лишь один из подарков. Какой же театр без спектакля? После третьего звонка зрители отправились в зал, где актеры показали праздничное выступление. Углубившись в историю, они рассказали и то, каким был театр у истоков, и тяжелое военное время, и то, как он преобразился спустя 80 лет. Ивановцы, пришедшие поздравить храм искусства с юбилеем, остались под большим впечатлением от увиденного. Театр – это особый мир со своими правилами, и этот мир невероятный, и он притягивает гораздо больше, чем другая жизнь, где лужи, слякоть и скучные, неинтересные люди. Здесь все интересно и все прекрасно. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.